Вернуть потерянные души. Всероссийская авторская фотовыставка Михаила Новикова с таким названием проходит в Москве. Она посвящена многолетнему сотрудничеству Центрального духовного управления мусульман России, отдела по тюремному служению Словацкой епархии и управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан по религиозной работе с осужденными. В Московском доме национальности, где представлена экспозиция, побывала наша съемочная группа. Эти фотографии уже экспонировались во многих городах. Салават, Уфа, Казань, Рязань, Санкт-Петербург. Теперь Москва. Их автор – сотрудник Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Башкортостан Михаил Новиков. Полная авторская коллекция – более 120 снимков, сделанных в исправительных учреждениях республики за 15 лет. На выставку в Москву были отобраны 53. Это вот выставка посвящена уголовной исполнительной системе. Это место лишения свободы. Места лишения свободы, когда человек попадает первый раз, второй раз, все равно он проходит определенный надлом, определенные нервные перегрузки. И вот здесь роль духовенства, я бы здесь отметил, роль Русской Православной Церкви, она очень высока. Священнику в тех местах, основном говорят, все. Потому что для них это и отец, и мать. Это самый близкий, родной человек. Естественно, священник, они оказывают огромное содействие людям, которые оказались именно там в сложных условиях жизни. Выставка посвящена многолетнему сотрудничеству двух традиционных конфессий России – Центрального духовного управления мусульман России и Православной Салаватской епархии, а также их взаимодействию с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Башкортостан. Это лишь малая часть нашего сотрудничества – ислама и православия. Это лишь только одно направление – но которые так же, как и другие все направления, молодежные, социальное служение, образование и многие-многие другие, военно-патриотическое, духовно-нравственное и спортивное, и окормление осужденных в исправительных колониях не менее важное направление на фоне других. Цель такого сотрудничества – религиозная работа, направленная на перевоспитание лиц различных национальностей и вероисповеданий, совершивших преступления, и возвращение их к достойной жизни в обществе, к ценностям веры, семьи и труда, соблюдению законов. В открытии фотовыставки принял участие помощник Верховного муфтия России в Приволжском федеральном округе, теолог ислама муфтий Рамиль Хазрат Насыров, который после 25 лет работы с исправительными колониями считает, что ислам и православие могут творить чудеса, возвращая к нормальной жизни подчас отпетых уголовников. Люди, которые там ходят в метель, и люди, которые оттуда потом выходят, они обратно не возвращаются. Их у нас более 100. Понимаете, это же благо. На открытии фотовыставки состоялся показ документального фильма киностудии «Башкортостан» «Тауба», что означает в переводе «покаяние».